Ну давайте поиграем маленько. Посмотрим в PvP, как 23 у нас. Осталось 36 набрать, поэтому. Ну и посмотрим, как мы с 6 пусками будем тут играть. Повышение урона. Что он поставит? Нет, нет, защиту не поставил. Он 12 кусков улетело в лед. Ну а новых хлестовый у меня 30 кусков. Ну что-то не то. Не туда побежал. Заманил он меня в этот. Вот между игроками онлайн по всей планете играем. Команда у них, видите, 3 игрока, у нас 2. Кого-то еще грохнул, видите. Опять ловушечку ставим. Тот стоит как бы не при делах, такой сильный, накачанный. Но нам надо будет все равно повышение урона включить там, чтобы было бы интересней. Ну, я не знаю, наверное. Нет, смотрите, выжил без повышения урона. Потому что без повышения урона в прыжке. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну вот, видите, защита. Защита ему помогла. Он поставил защиту. И мой урон смягчился. Вот это меня убили все 2 раза, вот считайте. Ну, ближе не подходят, боятся. Порта поставить не дают. Ну, что, успею я? Нет, не успел. Отходил в дом, короче, чтобы у меня восполнилось все, но не получилось. Ладно, играем дальше. В конце видео покажу мои характеристики. Атака у меня уже скоро 299 будет. Ну ладно, сейчас стоит он, вот тот у нас товарищ, да? Не знаю, с какой он страны, с Индии. О, убьет, наверное. Че, выжил, что ли? Выжила? Ну, нет, нет. Видите, разошлись так. Ну, у него, как бы, получается, здоровье 2 раза больше. Поэтому, ну и что-то мы альфу, наверное, пригубили. Вот карта. Альфу пригубили. И все. Ну, тут стоит выбирать, либо Дэн называет, вот это, где мы играем, наша база. Либо это ихняя база. Вот. И вот у кого, кто накачал побольше волка. Ну, конечно, интересно. Ну, давайте тут поставим портик. Не стал он порт ломать. Не допрыгнул до него. А забоялся моей морозной ловушки. Ну, еще живое. Ну все, теперь можно прыгать в порт смело. В порт прыгаем. Так, ну видите, как бы тут незаметно время пролетает. Простым даже, он все израсходовал. Ну не знаю, убьет меня. И он что ли остался жив. Ну только кусать. Сколько у него осталось. А у нас прыжок есть еще. Докусал я его. Вот так, ребята. Ну вот, видите, задание 30-32. Быстренько мы выполнили. Ну, конечно, ребята хорошие попались. Ну то и встанут и стоят в домике, ждут чего-то. С такими играть неинтересно, пока поставим морозную ловушку. Ну, пока нет игры, давайте посмотрим мои характеристики. Вот. Вот, видим. Атака у меня. Это убито сколько животных, здоровье. И мои эти основные. Вот. Неправильно показывают. Вот сейчас правильно 29. Видите, вот тут ауры. ДБ по повышению урона по максималу. Это тоже по максималу. Использую ДБ всегда, буря по максималу и морозный прыжок, ну, морозная ловушка по площади, вот такие вот, предпоследний уровень остался. Ну что, посмотрим, что они, нет, 15 они где-то, я не знаю, куда-то ушли. Либо перекуривают, либо что-то чай пьют. Ладно, пойдем к ихне, чемпионских нету. Не хотят играть. Поставим подальше порт. Тут какие-то разборки идут. Мы задание выполнили, и вот я что не помню. Ну, кого-то не убил. Не получилось что-то. Убежали все. Ладно, прыгаем обратно в порт. У нас прыжок еще есть в запасе. Вот видите, как хитро избежал моего прыжка. Сбоку, 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 сбоку.
Ну, неправильно сделан, его под портом ставить этот. Стоит, ждет 27 кусков. Кого ждал? Давайте сейчас попробуем с прыжка его поубивать. Ну, так бы не следовало прыгать, но видите, по закону, что сколько даешь, столько ты убьешь. В принципе, доход тогда идет, все. Поэтому прыгаем в порт, не смущаясь. Вот так. И прыгаем в порт теперь только. Вот включили повышение урона и в порт прыгнули. А он что, отошел? Отошел, дядька. Ну, в прыжке. Опять он обрулил нас. Убьет, не убьет. Нет, не убило. Жалко. Ну и все. Вот теперь вы видите, бежать далеко, когда альфой. Переключайтесь на повышение скорости. И вот повышение скорости. Пока ДБ вот это еще действует, но сейчас она переключится. В принципе, сразу можно посмотреть и морозную ловушку откуда, но там видно, что они далеко стоят. Можно было для отхода, вот морозная ловушка у нас где стоит. Для отхода она как стояла, так и стоит, видите, в морозной ловушке. Все, добежали примерно, переключаемся тут. Ставим порт. Так, повышение урона. Вот сейчас, наверное, да, видите, доели мы его. Один фиг доели. Ну, у нас 6 кусков, у него 27, да, есть разница. В порту стоит. Чё они, боятся все. Ну, посмотрим, где, видите, сейчас этих не видно, наши где стоят, видно. Издалека вот 6 кусков, так не следует играть. Ну, отсылка в названии, что игра, короче, основана на том, чтобы стая грызть. Я должен был бежать за тем, у кого много, видите, 27 кусков, и вышиб я его. Ну, где он подбежит? Вот тут в основном бегает. Ставим морозную ловушку. Опять же, и ждем. Повышение урона у нас работает, поэтому не стесняясь, вот этого надо. Че? Испугался? Испугался, отошел. И опять, видите, порт заломался. Ну, тут мы сами виноваты. Поэтому бежим. Ну, тут тоже игра не очень интересно протекает. Потому что, когда соберутся, например, в той команде 30, 4 3, по 30 кусков. И в нашей команде тоже такие мощные игроки. Ну, вот. Тогда вот интересно гонять. Тогда уже, а как, чего, как, там, подстраивайся под этих. Ну, вот видите, он неправильно сделал. Я же с портом бегу. Он не должен был бить меня. А он мне порт заломал. И приходится, вот смотрите, сколько бежать сейчас. А это, ну, как получается, адреналин не приносит, постепенно так и выходит с игры. Адреналина нету, и все, и вышел. Где он там будет стоять примерно? Ну ладно, сейчас увидим, где он будет там стоять. Ну, видите, мина наша стоит. Ну ладно, поставим ее по центру. И поставим тут, порт маленечко тут поставим. Вот так сделаем. Вот. Наша задача только вот набрать, видите, у меня задание, что 32 я уже все могу забирать. Задание выполнил, что, ну, как бы у меня интерес, чтобы прокачать еще всю атаку увеличить. Ну, убил все равно, вот видите, вот это последняя запись, там наш выигрыш. А это кто убивает? Сзади, вот видите, сзади вот этот, который был. Этот в домике поставил. Вообще классно, да, в домике поставил. Так, значит, свои характеристики я показал. Атаку скоро 299 будет. Ну да, адреналином. Ну, вот в основном с Америки играли. Ну, и с Индии много играют, тоже с других там стран.
А русский язык вот сейчас только или как бы развивается пока. Ну так-то да, вот когда время лишнего убить, и кто сторожем работает, в принципе, можно. Ну, видите, поскольку снимает, он почти уже остался голый. Ну, а раз адреналина не приносит комната, то надо, конечно, наиграть друзей. И так даже в чате попереписываться. Вот у меня дочка тоже стала играть. Такая загадочная игра, что... Интерес вызывает. Да, поставим вот сюда. А я не знаю, он тогда он плюхался, он, наверное, плюхался все-таки в мою ловушку-то. Но сейчас если бежать, только ДБ не включать, чтобы не портить его. Ну, как не портить ДБ? Пускай подбегает. Вот он включил, да, вот сейчас. А теперь мы будем иметь все. Вот он включил, мы его должны догнать. Что, заплюхается? Не. Ну, он должен... Нет, он боится мин. Он тогда плюхался и теперь боится мины мою плюхаться. Она забирает сразу, короче. Ну, потом в следующих видео покажу, сколько забирает. Много, короче. Ну, доем я его. Давай, плюхивайся. Ну, сейчас вот видите, мину стоит. Плюхается, нет? Мне не повезло, не повезло. Не повезло ему. Не повезло. Не повезло. Ну ладно, вот такая игра получается. Потом, конечно, сниму как нормально, где воюют, действительно нарабатывают очки. Я не знаю, Next, что пошел. Наверное, друг позвал, скорее всего, чтобы это. Потому что друзья зовут. Вот я, видите, 31 убил. Он вот Next 18. Мы играли вот с этими, а он другу позвал, что, мол, такой шестью кусками пришел. Ну, у нас задачи совсем другие. Ну ладно, всем удачи, удачных прокачек. Побольше мудрости и прокачки тоже там, как в жизни понимаешь, так и тут получается. Ну и побед, ПВП, удачных. Всем пока.